Проект «Культурный десант», запускаемый Министерством культуры Тувы, в 2024 году является важной инициативой для приобщения населения региона к традиционным духовно-нравственным ценностям и обеспечения разнообразного культурного образования. Этот проект представляет собой значимый шаг в развитии культурного потенциала региона и расширении возможностей для жителей Тувы. Суть проекта заключается в том, что профессиональными коллективами культуры будут организованы гастроли по всем муниципальным образованием во все населенные пункты Республики Тыва. Цель культурного десанта – предоставление широкому кругу населения доступа к культурным ценностям и образовательным программам, связанным с традициями и наследием тувинской культуры. Жители Тувы смогут познакомиться с различными аспектами культуры и искусства, которые помогут им лучше понять и оценить богатое культурное наследие нашей республики. По результатам реализации этого проекта, каждый дом культуры, население каждого села смогут увидеть творчество нашего духового оркестра, тувинского национального оркестра, театра танца и песни «Саяны», национального театра имени Кокола, театра кукол и многих других коллективов. Также заместитель министра отметила, что в проекте планируется участие ведущих коллективов, имеющих звание народных и образцовых коллективов народного творчества. Отметим, что гастроли коллективов начнутся с 25 января 2024 года. Айдана Сенденма, Владимир Суртук, Дожусат, телеканал Тува-24.